Я нашел новые разноцветные туалеты букв алфавита. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые туалеты в Майнкрафте. Смотрите, они все разных цветов. И здесь у нас вот такие злые персонажи. Это разные английские буквы. A, B, C, F и N. Вот такие вот английские прикольные разноцветные буквы. А вроде как они все злые. Смотрите, как ах, смотрит на меня. Какие у него зубки страшные. Короче, ребят, мы с ними сегодня встретимся. Давайте выберем один из этих разноцветных туалетов и посмотрим на этих персонажей. Я думаю, что давайте пойдем вот к этой букве А, в красный туалет. Погнали! Так, ребята, где мы оказались? Ой, ё-моё, стоп, что? Тут не только буква А, но тут и другие буквы. Может, они добрые? Привет. А, он на меня нападает! Эй, брысь, брысь от меня! Так, ладно, возьму пушечку. А ну, буква А, отстань от меня. Фух, ё-моё. Они решили на меня напасть. Смотри, как прищурился, а? Смотрит на меня такой... Иди сюда, говорит, да? Иди сюда. Буква Б тоже на меня зла. Так, что это такое? 1 плюс 2. Сколько будет? Пишите в комментариях, ребят. 1 плюс 2. Так, надо... 1 плюс 2 будет 3, да? Ага, я нашел какую-то штуку. Ладно, возьмем ее пока с собой. Здрасте, буковки. Привет. Ой, нифига она бегает. Так, стоп. У нее... Мне кажется, или у них... У него глаза двигаются, смотри. Вверх-вниз такой. Он еще больше злится на меня. Ну давай, давай, давай. Иди сюда, зубастики. Бра-ба-ба-ба-ба. У вас сзади тоже глаза есть? Или вы только... А-па-а! Подожди, подожди, стой. Да как тебе попасть-то? Так, давай. Я сейчас его в паутину задержу. Ну-ка. Отлично, блин. Я хотел, чтобы он застрял в паутине вот в этой. О, буква F. Смотри, какая... Сейчас я вам покажу с этой стороны. Вон, смотрите, какая страшилина. Ух, сейчас мы до нее доберемся. Только сперва надо с вот этой буквы C справиться. Давай, на тебе! Получай. Так, надо перезарядить порошечку. А, найди рычаг. Здесь, ребят, у нас дверь. И чтобы ее открыть, нам нужно найти рычаг. А где я найду рычаг-то? Так, подождите, здесь у нас портал. А, может быть, надо было еще раз? В сундуке ничего не было. Это рычаг? Нет, это не рычаг. Где рычаг? О, стоп, подождите, там дверь. Там дверь или мне кажется? Среди оранжевых блоков затесалась дверь. Ну-ка, опа! О, секретная дверь. А вот и рычаг. О, я нашел кое-что, ребяточки. Крутяк, крутяк. Рычажок мы забираем. Давайте все вернем, как было. Паутинку. И я, наверное, дробилку пока оставлю. Так, ну что, используем рычажок и идем дальше. И здесь у нас страшилина буква F и буква N. Может, она добрая, а? Смотрите, как улыбается прикольно. Да что тебе надо, F? Давай, давай, брысь отсюда. Вот туда и лети. Все, там сиди, понял? Мне кажется, он вернется. Привет, Энн, ты добрый, ведь, ага, добрый, ты тоже злой. Ах ты, блин, прикинулся добрым, смотри, но у него тоже ухмылка какая злая. Все эти буквы злые, оказывается. Окей, окей, смотрите, ой, сколько там F, что они там, что они там придумали, ребята. Так, ладно, мы сейчас туда спустимся вместе с вами и узнаем, что за секрет скрывает от меня эти буквы алфавита. Алфавит лор, да? Ну-ка, на тебе, получи-ка букву Э, давай! Блин, не думал я когда-то, что буду сражаться с буквами. Когда-нибудь вы, ребят, себе могли такое себе представить? Я вот вообще нет. Так, ну-ка, отлично, давай. Опа, застрял в паутинке. На тебе, получи. Так, отлично, что это такое? Вы что сделали с моим другом-скелетом? Я вот зомби, это мой друг-скелет. Вы что с ним сделали, слышь? Эй, F, отвечай. А, какой быстрый. Тихо, тихо, ты за мной погонишься? Ага, он пошел обратно охранять скелетика. Смотри, радуется, радуется еще, смотри. А ты, я сейчас к нему подойду, ребят. Поставьте лайк, и мы сейчас подойдем. Ответим за скелета, да?
Так, ну-ка возьмем дробовичок вот этот. Бэмс! Опа-на, застрял, да? Вот тебе так и надо, понял? Так, давай-ка с вот этим вот... А, как в него попасть? Он очень тоненький, он буковка F. В него еще попади, попробуй. Так, ладно, я, наверное, пушечку лучше использую, пока он тут застрял. Ха-ха. У меня заканчиваются патроны, надо перезарядить мои пушечки. Так, и идем. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Давай-давай-давай! Иди отсюда. Так, а что интересно они вообще здесь спрятали? Давайте посмотрим. А, опа-на! О, Анжела? Тебя тут спрятали? О, да, привет! Ты меня спасешь? Да, конечно! Это, ребят, говорящая Анжела. Давайте ее вытащим отсюда. Так, вытаскиваем. Давайте ее наверх поднимем. Так, о, Анжела, стой здесь. Значит, и в других ямах кого-то спрятали. Окей, сейчас мы с этим разберемся. Только нужно уничтожить вот эту букву F. Так, ты пока на меня не смотри, понял? Ты туда смотри, я потом к тебе приду. Так, а мы пока что спустимся сюда. Что у нас здесь? О, миньончик, привет! А, привет! Здорово, миньон! Ой, я выкинул то, что мне нужно. Так, это камни душ. Сейчас мы, ребят, с помощью них поднимем наших друзей. Так, миньончик, встань рядышком с Анжелой. Я помогу вам выбраться, окей? Так, мне нужно еще в третью яму посмотреть. Окей, давайте откроем. И здесь у нас пусто, что ли, да? О, Соник! Привет! Здорово, здорово, Соник! Погнали со мной! Так, поднимаемся наверх, и меня здесь встречает буква Б. Она со мной прям в яме решила сразиться. Давай, ты что, сюда со мной решил спрыгнуть? Ну, а тебе? Вот мы с ним быстро справились. Так, отлично. Давайте, Соник, Анжела и Миньон, поднимайтесь лучше вон туда наверх, там есть портал, хорошо? Потому что мне нужно идти вон туда дальше, там какие-то вопросительные знаки, меня там ждет буковка Н. Ладно, давайте, удачи вам, хорошо? Окей, давай. Все отлично, ребятушки, мы идем дальше. Давайте отложим, наверное, эти дробилочки и возьмем себе пушечки. Так, перезарядимся сразу перед сложным боем и погнали! Бра-ба-ба-ба-ба! Давай, буква Н, здорово, я уже помню. Ты тоже недобрый, хоть и выглядишь так мило, но не-не-не, ты тоже злое чудовище. Так, все отлично. Что за? Это опять секрет? Я думал, вон там был секрет. Окей, хорошо, откро... Ух ты, ничего себе прикольно у вас двери, слушайте. Ого, гигантская буква! В смысле? Ты куда? Я еще не прошел, открой, открой! Я-то тут остался. Ребят, мне нужны ваши лайки и подписки, чтобы открыть эту дверь, она больше не открывается. Надо поставить лайк и подписаться, чтобы она открылась второй раз. Я не успел пройти. Ну что, спасибо. Так, давайте попробуем еще раз. Давай, 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 давай. О, открылась! Быстрее забегаем, ребята. Ё-моё! Зачем я быстро забежал? Как же я тут сражаться-то буду? Фух, мы уже справились с одним монстром, но здесь их еще очень много. И гигантская буква А. Офигеть, ребят, надо с ними сражаться. Так, давайте, давайте, буковки, давайте. Подошли, подошли по одному. Мне так на всех патронов не хватит, слушайте. Мне же надо больше патрончиков. Тут все буквы, ребят, смотрите. А, Б, С, Ф, Н. Все-все буковки. Давайте, давай на, получай. Ай-яй-яй-яй-яй, смотримся. На тебе, отлично. Еще немножечко, ребят, я, кстати, вижу портал. Мы можем уже через него смотаться. Только нужно победить вот этих вот монстров. Давайте с гигантским сразимся. Эй, ты, гигантус. Ням-ням. Ты чё? Ты, я тебе не ням-ням. А ну, брысь от меня. Так, перезарядим эту пушку и идем. Ай да, на тебе, получи. Давай, буква гигантская. Отлично, победили. Фух, давай, 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 давай. Я не успеваю с ними сражаться. Найс, еще парочку. Че, буква F? А, какой он огромный. Тихо, 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 он очень длинный и злой. Он очень длинный и злой. Остальных я не так боюсь, а вот буква F, а! И буква C, они очень, очень страшные. Че ты крутишься там? Смотри, он прям как... Прям очень страшный. Так, ладно, сейчас мы его вот так вот вырубим. Да как в него попасть? Я хочу с меча с ним. Давай, на мечах. Yes, ребяточки, я справился. Так, и остался последний. Ну, давай, давай, я тебя просто сейчас дожму на эти каточки. Найс, ребяточки.
Фух, мы справились, погнали в портал, выбираемся обратно. Хо! Друзья, мы посмотрели на всех персонажей сегодня, они, оказывается, все вместе там были. Я надеюсь, это видео вам понравилось, если это так, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. С вами был я, Зомбак, всем удачи, им пока-пока. И снова привет, нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.